Жители города обеспокоены свалками, образовавшимися в черте города. Несмотря на проводимые дезинфекции в офисах и учреждениях, мусорные ящики все так же переполнены. Ведь власти ежедневно кричат о мерах соблюдения чистоты во время эпидемии. А проблема трехлетней давности тянется по сей день. Намерены ли ответственные органы решить наболевший вопрос о Актобе, расскажем в следующем материале. Это не первые крики о помощи обеспокоенных жителей улицы Алихана Букиханова. Уличные контейнеры практически завалены мусором. По словам горожан, ранее мусорные баки находились неподалеку, а теперь на их месте расположился местный полицейский участок, что и создало множество неудобств. Сейчас же горы с мусором разместились рядом с 13-й средней школой, отчего и возникло беспокойство не только со стороны родителей, но и руководителя данного учебного заведения. Говорят, официальные письма писались неоднократно, но ответа так и не дождались. Мы на протяжении 3 лет поднимаем этот вопрос. Раньше мусорные баки располагались по улице Танде, но потом на их месте разместили опорный пункт, а контейнеры перевезли рядом со школой. Это ведь не соответствует санитарным нормам. В школе свыше 1300 учащихся, их здоровье мы подвергаем опасности. Весной и осенью вообще невозможная вонь рядом со школой стоит. Мы не раз писали письма акиму Алматинского района, градоначальнику Актобе, потому что в первую очередь от этого страдают наши ученики, но все безрезультатно. В свою очередь, первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» Нурлыбек Жусупов сделал предупреждение ответственным специалистам. Акимат отдельно, как конституционный отдел акима города, вы отвечаете за весь этот мусор, благоустройство, озеленение, чистка барлыга на жауап берестер. Сонда ол жумысты дұрыс ұйымдастыру керек. Дұрыс ұйымдастырмағаннан сосын осында нелер болады. Ну а жители улицы обратились к членам комиссии партии с просьбой следить за ситуацией. Назовите время. Мы уже на протяжении 3 лет ждем решения вопроса. Говорим, а никто не реагирует. Просим решить проблему. Ответ на свой вопрос жители все-таки получили. Теперь мусорные ящики будут ограждены и возле них установят устройство видеонаблюдения. Мереке Амангельдахазы, Галымжан Урынов, телеканал Актобе.